приветствовать на наши линейки участницы первого трека и главного руководителя Сыченко Елену Анатольевну. Так и в нашей жизни бывают разные ситуации. Особенно хочется пожелать и благословить первоклашек, которые ступили первый раз на ответственную жизнь. По поручению командования бригады и от имени танкового батальона города Горловки поздравляю с Днем Знаний, желаю вам в новом учебном году большого запаса усидчивости, оптимизма, сил, здоровья и стремления для получения новых знаний, а также совершенствования интересных открытий. Пусть ваши желания сбудутся и оправдают ваши цели при достижении высоких жизненных вершин. Здесь вы найдете хороших и верных товарищей, понимающих и уважающих вас учителей. Вы совершите много интересных, увлекательных путешествий по бескрайней стране знаний. Научитесь делать, пусть небольшие, но свои собственные открытия. Выучите иностранные языки. Но самое главное, я хочу, чтобы вы выучили самый важный язык на Земле. Это язык дружбы, доброты и взаимопонимания. Дорогие мои дети, коллеги, родители, поздравляю вас с началом учебного года. Сегодня, в этот первый осенний день, свои двери открывает школа, встречает своих учеников обновленным и радостным видом. За парты сегодня сядут 300 учащихся. Много, мало, но мы ждем возвращения всех наших учеников. Особые теплые слова мне хочется, конечно, сказать в адрес наших первоклассников. Ребята, вы впервые вступаете на сложный, но невероятно интересный путь. Путь получения знаний. К вам сегодня особое внимание. Рядом с вами ваши любящие родители, ваши учителя и воспитатели. Уверена, они сделают ваш путь к знаниям легким и увлекательным. Сегодня для вас открывается этот большой мир во всех красках. А на партах вас сегодня ждет подарок от общественного движения «Оплот Донбасса». Вот такой красивый сюрприз. Позади остался садик, беззаботные деньки. Скоро первые оценки мы получим в дневники. Мне дома скучно стало, не хочется играть. Хочу скорее учиться и первоклашкой стать. У меня в портфеле книжки, у меня в рукавце букет. Все знакомые мальчишки удивленно смотрят вслед. Я сегодня рано встал, поскорей портфель достал. Должен с нынешнего дня быть порядок у меня. В школе учатся всему, счету, грамоте, письму. Мы знаем здесь немало, школа это лишь начало. Книжки будут у всех нас, толстые, притолстые. Прочитаем, будем знать все, что знают взрослые. Будем мы усидчивы, прилежны и старательны. И пойдет у нас учеба
повсюду посмотри. Лично мне директор школы улыбнулся раза три. Я сегодня первоклассник, это самый лучший праздник. В школе буду я учиться, мама будет мной гордиться. Учиться буду я с душой, делать все задания, чтоб пятерки получать, проложу старания. Буду взрослым помогать, делать все внимательно, буквы буду выводить очень старательно. Поскорей звени звонок, мы тебя заждаем, ведь на первый наш урок год мы собираем. Мы хотим, чтоб праздник знаний стал отныне нашим днем. Добрый час нам пожелайте, но мы не подведем. Дорогие первоклассники, вам только 7, а нам уже 17. И детство никогда нам не вернуть. Поэтому хотим сейчас признаться, что вам завидуем чуть-чуть. Мы на финише, а вы еще на старте. Перед вами сказочный полет. Без сомнений и уверенно взлетайте. Ведь рядом учитель, что поправит и поймет. Дорогие первоклассники, наша школа в первый раз проведет вас дорогой знаний. Примите поздравления от нас и много добрых пожеланий. В школе вас научат множество премудростей, решат задачи, правильно писать. И научат не бояться трудностей и книги умные читать. Желаем найти в школе новых друзей. Дружите со школой и с учителями. Здесь вы проведете много радостных дней. И скоро, как мы, станете выпускниками. Дорогие ребята, для нас этот учебный год в школе будет последним. А вы только начинаете здесь свой школьный путь. Сегодня мы передаем вам эстафету и хотели бы подарить вот эти звоночки. Пусть они напоминают вам о сегодняшнем дне. А когда вы станете такими же, как мы, выпускниками, то сможете подарить им первоклассникам, которые придут вам на смену. С праздником, ребята! В добрый путь! Звенит для нас какой-то смех веселый, он стартовался на плечах по нас. День добрый, школа, дорогая школа, день добрый, наш уютный, светлый класс. Первый день сентября шагаю, класс. Первый день сентября шагаю, класс. Изменила жизнь, мы поэтому немножечко перестраиваемся. Скажите, а лавки оригинальные? Да. Точно? Точно, я привозила сама с Сумщины. Круто. Это дедуля делал, вот видите, по-современному он уже это, подшивал, чтобы ходить. Это какой размер у дедули вообще? А вообще же они наматывают еще. Вот видите, сам подшивал, чтобы это носить. Это какой-то там 49-й. Не знаю, а может 47-й. А вот это тоже, вот это из, видите, с лычака, совсем здоровый, с коры.
Вот это натуральное, это плетеное, то, что носили. Они будут носиться, наверное, подольше, чем итальянская обувь, да? Натуральное полотно могу показать. Это я еще сама от свекрови привозила. Вот оно. Мои бабушки такой сундук. Я вам могу ручничок. Пожалуйста. Вот реально у нее такой сундук. Вот видите, это натуральное полотно, то, что нужно. Вот вышивалось, вот у нас все. Вышивки разнообразные, вот все по этому. Все ручное. Да, вот сорочки, пожалуйста, все. С нее, это, да, пошло? Да, с нее пошло. Так вы знаете, сколько ей лет, а с нее до сих пор выходит. Да, вот, нет, она была сухая. Когда перешли сюда, у нас была маленькая комнатка, начала вот это выходить. Значит, что-то здесь интересное. Ну, это само выходит из дерева, как вот, знаете, иконы говорят, пошло слеза. Вот это так пошло вот с нашего черпака. Да, вот это ж то, что раньше гладили. Рубель наматывали на качалочку и пошло. Это уже те, что утюжки нам несли, которые с угольками. Сюда вон засыпали. Вот оно. Лен, подержи, ты его поднимешь. Не, вот этот можно еще. А вот этот потяжелее будет. А вот этот. Этот на огне. Хорошо, что уже бицепс хороший имеет, чтобы его гладить. Единственный музей Горловки, который имеет звание образцово. Сейчас мы переодесуемся в Донецке, к ноябрю обещают уже ГДР нам нанесли. Это по Украине, единственное, когда мы пошли описаться, как образцовый музей. Да. Есть звезды, в любой школе есть звезды. Только находить, только... Ну, директор нас... Так, давайте результаты. И школа в числе по рейтингу в числе первых. Мы входим в первую тройку. Смотрите, там... Больше народознания, а здесь нашим землякам. Все экспонаты, все вот то, что они нам передавали, вот, пожалуйста, все. И, конечно, по биографии. Тут у нас есть специальная группа экскурсовода. Ребята, это посвящено Волкову, да? Да, только Волкову. Вот это им, двоим. Вот их вещи, которые они нам привозили, передавали элементы и так далее, батареи, все. То, что довезли тогда. Вообще-то для расчета орбиты можно рассчитать работы. Попробуйте. Практически все школы здесь у нас бывают, потому что всегда есть воспитательные мероприятия, которые не включают тему директора. Гильского аппарата. Этого не могу сказать, но очень интересно, конечно, рассказывают. А рядышком у нас сохранилась еще комната творчества детского. К сожалению, преподаватель художественной школы сейчас... Волга посещал, да? Что? Волга посещал. А как же? Они же приходили они оба на день космонавтики, приезжали, когда в Горловку, они здесь всегда были, открывали. Кстати, тоже ленточку надо показать. Это все ваши ученики? Под ее руководством она вела художественную на базе школы художественную школу. Вот в коридоре тоже работы наших учеников. Вот это все. Это картины примерно вот, сколько лет назад? До войны. Вот она собирала. Ну, если взять третий год. Ну, где-то лет 5-6. Вот она. Как это вот. Действительно талант.